Купить подарок своим близким, а заодно сделать доброе дело могут и жители Ханты-Мансийска. В рамках конференции регионального штаба «Единой России» прошла благотворительная ярмарка «От всего сердца сотвори и подари». Вырученные средства пойдут на новогодние подарки детям Донбасса. Чтобы собрать ярмарочный фонд, весь ноябрь проводились городские мастер-классы по пошиву игрушек. Участие в подготовке ассортимента для благотворительной акции принимали школьники, многодетные семьи, а также сами дети из Донбасса, которые сейчас находятся в Ханты-Мансийске. Всего сшили 120 игрушек. Для пополнения ассортимента фонда планируется проводить мастер-классы и дальше. Сама же ярмарка будет находиться в штабе общественной поддержки в Ханты-Мансийске по адресу Энгельса, 45. Это наше семейное дело, но в этот раз оно приобрело уже городские масштабы. И радостно, что мы за месяц сделали достаточно много игрушек для того, чтобы они были представлены на ярмарке. Поэтому мы шьем сами и, кстати, учим других тоже делать добро своими руками. Вот, например, такую игрушку мы делали с детками. Они ее выворачивали, набивали, раскрашивали. И сейчас она приносит одним людям радость от того, что они обладают таким замечательным подарком. Другие детки порадуются тогда, когда получат подарки к Новому году. Вот такой круговорот добра.